Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Тема сегодняшнего урока – спряжение глагола. Вчера мы с вами познакомились с этой таблицей, где мы с вами увидели, что глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам, то есть в зависимости от лица глаголы имеют различные формы, а также меняются по числам. То есть мы увидели, что в зависимости от того, в каком оно лице, в числе, то оно также будет иметь различные формы. Представим, глагол в первом лице «расти» будет иметь форму «что я делаю? Расту», а во множественном числе «растем». Давайте посмотрим, на какие вопросы имеют глаголы настоящего и будущего времени в зависимости от лица и числа. Для того, чтобы вам было легко, нужно подставлять в вопросе глагол этого же лица и этого же числа. Что я делаю? Расту. Что мы делаем? Растем. Во втором лице подставляем в единственном числе местоимение «ты», во множественном «вы». Что ты делаешь? Растешь. Что вы делаете? Растете. В третьем лице можно подставить глагол, местоимение он, она, оно. Разницы не будет. Что он делает? Что она делает? Что оно делает? А во множественном числе, что они делают? Растут. В будущем времени также вопросы будут зависеть от местоимения, в каком оно лице и в каком числе. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, какая часть слова меняется при изменении глагола по лицам и числам. Да, абсолютно верно. Изменяются, ребята, окончания у глаголов. Давайте потренируемся, определим время, лицо и число глаголов. Глагол «пребывает». Он что делает? Пребывает. Это настоящее время. Третье лицо. Единственное число. Вы что делаете? Собираете. Это настоящее время. Второе лицо. Множественное число. Ты что сделаешь? Встретишь. Это будущее время, второе лицо, единственное число. Я что делаю? Бегу. Это настоящее время, первое лицо, единственное число. Они что делают? Обдумывают. Это настоящее время, третье лицо, множественное число. Они что сделают? Вылечат. Это будущее время, третье лицо, множественное число. Мы что сделаем? Заработаем. Это будущее время, первое лицо, множественное число. Таким образом, ребята, мы с вами приходим к выводу о том, что спряжением называется изменение окончания глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Давайте попробуем с вами проспрягать глаголы «собирать» и «написать». Глагол «собирать» мы проспрягаем в настоящем времени, а «написать» в будущем времени. Первое лицо. Я что делаю? Собираю. Мы что делаем? Собираем. Ты что делаешь? Собираешь. Вы что делаете? Собираете. Он что делает? Собирает. Они что делают? Собирают. Глагол «написать» отвечает на вопрос «что сделать?». Соответственно, в будущем времени он будет иметь вопросы. Я что сделаю? Напишу. Мы что сделаем? Напишем. Ты что сделаешь? Напишешь. Вы что сделаете?
напишите. Он что сделает? Напишет. Они что сделают? Напишут. Обратите внимание, какие имеют окончания глаголы в зависимости от лица и в зависимости от числа. Таким образом, сделаем вывод, в каком времени глаголы изменяются по лицам и числам? Да, только в настоящем и будущем. Таким образом, проспрягать глагол – это значит изменить окончание глагола в настоящем и в будущем времени по лицам и числам. Спасибо вам за урок. До новых встреч!